Аннушка, работаешь и слушай. Все хорошо, только твои GQ очень медленные. И та тройка, которая будет в конце, тоже за ней последи, чтобы она была тройкой, но чтобы она была ударами, а не этой самой толкучкой. И последи за своими локоточками, они должны двигаться вдоль твоих ребер. Опять пак сделала не под 45 градусов, пусть он и короткий, а сделала его вдоль своего пуза. Когда будешь большой пак делать, помнишь, да, куда он делается? Он делается вовнутрь, в бицепс, там, или во внутреннюю часть предплечья. Следишь, следишь. То же самое. Непростые, мягкие движения, там, кошечку погладили. А каждое движение заканчивается намерением. Если дядечка перед тобой стоял, он должен получить импульс себе в пузо. И потом неделю помнить об этом. Раз. Параллельно. Два. Молодец. Хорошо. Джат. Не забыл джам. Угу. Молодец. Хорошо. Хорошо пак сделала. Очень хорошо. Растопырки пальцев нельзя делать. То клеем склею. Бонг сао, следи за ним. Больше 90 градусов. Да, хорошо. Одна смена, вторая смена. Не спешим со сменами. Так. Удар, срез. И вот хорошо сейчас тройка была сегодня. Только палец был. Угу.